там перекрито, там дорога. Там машини в знаєш, а сама Італія, там машина, ну чу. Не ламайся, не ламайся, не ламайся. Возьми, слышь! Я хочу попросить, чтобы вырезали, чтобы люди не задыбаются. Возьми! Возьми! Да, вот это уедет. Колесо спущено, а ты не выйдешь. Вы же люди. Да, да, да. Мы его не мы с ним разговариваем. Он все приплачет от народу и все. А я такий самий, як і ви. Ну, так і є, а чому ти йдеш на роботу? Ти самий, як я, ти не такий самий. А в тебе прошу вибачення. Та їде вже зі своїм колесом. Та він далеко не поїде з цим колесом. Це. Треба, щоб нас пішло. Там написать, блядь, блядь! Там написать, блядь! У, блядь! Так,
Ну, береш. Б'єте людину. Хай йде розповість іншим, що тут робиться, щоб знали. Береш, в око попадете її. Помогите, пожалуйста, забрать! Да все, не забирай, что иди, все! Беги, вы уже не забирайте! Бегом, убью! Тебе же документы! А ну ты не надо! У меня детей документы! Вот ты, увага! Зараз, ты все не хочешь! Чиж!
Не страдай совести. Блядь. Просто уходи. Уходи потихоньку. Не трогай ты его просто. Это же такие идиоты там. Ей, оставьте. Оставим, оставим. Не мародерствуйте. Эй, аккуратно. Ребята, есть огнетушители? А нет, там уже нет. Прыгай на бумагу, на бумагу. Сколько там амуниции? Вообще, ты слышишь? Давай, давай, давай. Аккуратно. Да давай снимем, давай. Бабзи, там наши всередине, третий поверх, их треба забирати. Може, ми зараз про них не знаємо. Відлучився на 15 хвилин, а тут уже... Будочки не пали, я чого ти будочки пали? Будочки залишили.